Вот мы как 5 лет живем, он уже сгоретый лет 10 был. Не убирает, потому что тут прописано 4 человека. И не выписываются. И не могут они вот это все это убрать. А детишки вот туда лазят? Лазят, конечно. Играют, что ребятишки в прятки там. Это я видел сама. Как вы считаете, опасно? Ну, неужели не опасно? А как же? А тут вот даже кто-то писал, чтобы все отсюда убрали, потому что как пожар не был, вот деревья там могут загореться. Писали.